Всем привет и хорошего настроения, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и вот она свеженькая серия по Hustle Castle. Ну что же, выполнили мы какое-то задание, забрали свою награду. Ух ты, Маратушка, я помню, ты еще ползунки носил, а уже какой мужчина. Ладно, иди пока гуляй. Ну а мы с вами собираем здесь все, что у нас поднакопилось. Улыбочки, счастье. Ну, дровишки, наверное, пока нет смысла брать, пускай стоят. И что же нам... Так, денег у нас 152 тысячи. Я думаю, что ничего у нас не получится улучшить. Изготовление. 3 часа еще нам дурковать. Ну вот, смотрите-ка, колодец манны. Можно, в принципе, его улучшить. Но у нас ждать 7 часов... Что-то как-то мне не особо хочется. Ладно, мы пока это пропустим и глянем что-нибудь другое. Так. Оружейное? Нет, не вариант. Ну, тут, короче, такие суммы пошли, что мне на них еще очень и очень долго копить придется. А сейф? Сейф, что у нас сейф? Подожди, я не туда нажал. Мне... Не могу. У нас полно жителей, поэтому она не может, к сожалению, выдать нам ребенка на свет. Ладно, ладно, хорошо. 200 тысяч нужно. В принципе, 50 тысяч всего лишь и дело в кармане. Ну что же, ребята, давайте, наверное, вернем. Подожди-ка, вот так сделаем. Красу обратно. Блин, нет. Не хочу терять уровень ей. Сколько там вообще осталось, надо глянуть. 29 минут. Ну, грубо говоря, полчаса. Ну, можно немножечко и подождать. Так, ладно, ты возвращайся сюда. Может быть, мы попробуем такой армией победить. Тем более, тут орки. Ничего страшного не должно быть. А здесь у нас что? Тоже, в принципе, ерунда. Так, давай возьмем заклинание и отправимся их бомбить, так скажем. Единственное, что я не знаю, что мне лучше поставить на изготовление. Лечебный луч. У меня ни одной нету, но я все-таки сделаю фаербол. А теперь, наверное, луч. Так вот, наверное, будет лучше всего. Как говорится, мы потом посмотрим, что оно из себя представляет и как оно себя ведет в бою. Ну, а пока деремся. Так, ну что, 3 олуха, это для нас ерунда, ребята. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, нежданчик, как говорится, нежданчик. Не выдержала она. Да ну нафиг, что, мы проиграем, что ли? Как все запущено, ребята. Как все запущено. Да, ну никак я не ожидал. Не ожидал я просто, что если убрать красу из моего отряда, то мы просто ничто. Мы ничтожество. Вы видели, что у нас сейчас только что орки разобрали как я не знаю, как кого. Как шваль подзаборную. Можно так, наверное, сказать. Да, да, да. А вот госпиталь, наверное, надо улучшить, ребята. Знаете почему? Потому что иначе они у нас будут там 3 часа восстанавливать себе здоровье. Так, Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий. Дмитрий, Ева и Савелий. Дмитрий, Ева и Савелий. Звучит неплохо. Так, иди тренируйся. Так, кого бы еще отправить, а, ребята? Или пускай они там вдвоем будут. О, подарочки забираем. Спасибо, ребята. И чуть-чуть попозже увидимся. Всем привет, ребята. С вами Рэй. Милорд, у нас на складе есть неоткрытый сундук. Я очень этому рад. Ты, естественно, предлагаешь мне его сейчас открыть. Так, 20 и 26 уровень у красавы. Это радует меня. Осталось совсем немножко. Так, что же даст нам сундучок? Деньги, бревна и еду. Хорошо. Отличненько даже, я бы так сказал. Блин, что-то я разобрал у себя все. И теперь инвентарь кажется у меня вообще пустым. Ладно. Что есть, то есть. Так, 1 час 52 минуты. Наш госпиталь еще будет делаться.
Ну, я думаю, что нам надо сходить, ребята, на карту. Так, вот так вот. Ну, теперь-то мы с красой непобедимы сейчас будем. Будем там всех разносить. Так, ну-ка давайте-ка выберем. Даня, Миша, Данил, вот вторжение. Уй-ой-ой-ой-ой. Так, от тебя как, Мишаня? Давай-ка просканируем. Устанавливаем магию. Так, новенькую ставим на изготовление. Отлично. Так, а теперь можно смело сканировать. Так, 15 тысяч мощей. Да, многовато. Ну а у тебя, Даня, как дела будут? Подожди, это только что вроде бы смотрели его. Или я Мишу, что-то не помню, их одинаково что ли все? Ладно, давайте глянем здесь. Ну, этих можно разобрать. Всего 3 орка. Думаю, никаких проблем особых не возникнет у нас. Здорово, орки, как дела? Я тут проходил мимо и вот решил к вам заглянуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы что делаете, ребятушки? Зачем так грубо, а? Ай-яй-яй-яй, нехорошо, лучник, нехорошо ты ведешь себя. Все, отдохните, малыши. Так, ну что, победили, получаем сундучок. Идите лечить. Ай, ребята, я вот не знаю, единственное, будут они у меня сейчас лечиться или нет. Все-таки госпиталь на ремонте, якобы. Так, давайте откроем сундук и посмотрим, что там выпало у нас. Деньги и дрова. Деньги и дрова, блин. Скоро дров будет очень много, и мы их не сможем никуда приспособить. Дмитрий, Дмитрий тоже весь покоцанный. Ах, Димочка, чтоб тебе поставить-то такое, а? Давай-ка вот так сделаем. И, наверное, ножи. Слушай, а может лучше топорик? Нет, лук слабоват. Хотя у него костюм для лукаря. Ну, хотя и ножи тоже нормально. Да, по идее, ассасин, рога, как-никак. Ну ладно, пускай тогда он пока остается так. Да, ребята, я был прав. Они, по-моему, нифига у меня не лечатся. Плохо это, очень плохо. Блин, да ж сколько придется ждать-то мне, пока они там выздоровеют. Ой-ой-ой-ой, очень долго. Так, интересно, как у нас там с теорией-то по поводу 3-4-звездочных ребят? Мы вроде бы как бы один вариант проверили, и он не сработал. И вот я думаю, может быть кого-то выгнать еще, а? Кто у нас такой слабенький с 2 звездочками? Или с 3, но не особо нужный. Так, что? Что такое там? Это Митя у нас ходит, по-моему, да? Или кто? Я уже забыл. Час 37 нам еще ждать. Давайте, возвращайтесь. Ну, это, конечно, не дело, ребята. Очень долго придется ждать этого отхила. Это, наверное, проще нам немножко переждать это время. Так, Евушка, 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 иди сюда. Красава, иди сюда. Это надо будет еще глянуть, сколько примерно нам придется ждать по времени. Давай вот так вот лучше сделаем. Потому что Матвей у нас вообще никакущий. Самый слабый, кстати, из нашего отряда. Так. Все. А, какой Матвей, это ж Савелий. Ёлки-палки, я уже запутался в них, во всех. Марат. Марат пускай стоит здесь тогда у нас, да? Ну, вроде бы вот так мы все и оставим. Так, сколько? Так, 3 часа и 2 часа. Ладно, пускай они будут пока качаться. Ну, а мы, наверное, с вами немножко попозже встретимся, буквально через несколько часиков. Всем привет, хорошего настроения. Продолжаем с вами проходить Hustle Castle. Итак, что у нас тут получается? А эти еще даже ни шиша не получили у нас уровень. Ага, там осталось 5 минут. И он получит уровень, да? Савелий у меня получит уровень. Ладушки. Не хочу я пока ни яблоки собирать, ничего. И поленья эти. Так, исследование осталось там час с небольшим. И будет у нас, ребята, новая, по-моему, магия, если я не ошибаюсь.
Так, бассейн маны. Не могу я с ним ничего сделать. И здесь не могу ничего сделать. Тут вообще, тем более, тут даже 720 тысяч куда. Ага, а вот здесь вот можно. Вот так-то будет хорошо, да? 2 часа 23 минуты. Время у нас есть, так что получим пока сундучок. Критер Вуч, спасибо тебе большое за подарок. Ну, отправить я не могу, потому что, как вы видели, я все уже отправил. Блин, ну когда же там твои 5 минут истекут, а? Ёлки ты палки, когда ты получишь уровень-то у меня? Да и краса бы, конечно, тоже бы не помешала бы. Сколько там осталось? 4 минуты. 4 минуты, а у этой час еще ждать. Ё-моё, как это долго. Да, кстати, на раскачку абсолютно ничего не влияет. Как идет время, так и идет. Мастерское оружие. Улучшить. 16 часов. Слушайте, а может быть, что-нибудь сотворить мне пока, а, ребята? Как вы думаете? Ага, сотворил. У меня 7 минут 52 секунды идет уже изготовление оружия. А тут, наверное, только одно можно ставить, да? Но, скорее всего, нельзя ставить на поток. А было бы неплохо. Так, штуки 2, 3, 4 заказал и ждешь себе спокойненько. Ну что же, я предлагаю пока сделать небольшой перекурчик. Пока у нас позволяет на все это время. Увидимся попозже. Всем привет, с вами Рэй. Да, я в курсе, мудрец, что у меня есть неоткрытый сундук. Так, что тут у нас? Тут у нас ничего. Так, я вижу, что у нас закончилось изготовление оружия. Топорик, 24 уровень, 278 атаки. Так, а у красы? У-у-у, топорик-то ничтожный. Ёлки-палки, но зато Савелий получил у меня уровень 21. А это хорошо. Это очень даже замечательно. Ну что же, время еще все равно есть. Можно даже встретиться чуточку попозже. Ну что, дорогие мои, мы проходим Хасл Касл. И сейчас мы заберем все, что тут есть у нас. Кроме ребенка, естественно. Ребенок у нас пока не может родиться, так как перебор с населением. Маратушка, у него 3 звезды. Так, а у тебя сколько? Ух ты, вот он, Глебушка. 4 звезды, блин. Тебя надо качать, качать и прокачивать. Да еще и причем по полной программе. Ого, равен 80 единицам предела. Это очень хороший был бы боец, если честно. А тебя, Марат, нам придется выгнать. Придется тебя выгнать. 3 звезды, ты пока еще ничему не обучен. А нам нужен Дмитрий. Вот. Будем смотреть, сколько звезд будет у этого Дмитрия. Родители вроде бы у него задаточные, так что ребенок должен быть хорошим, таким упитанным в звездах. Что-то типа того. Так, редкое оружие. Да куда ему там 24 уровень? Не потянет, слабоват. Он даже вон попездывает только стоит. Ладно. Так, ну что, красава. Так, даже красавы всего 60 единиц развития. Ну, по крайней мере, это мой самый на данный момент сильный раскачанный боец. Что ты там стреляешь? И сколько им еще ждать? Так, 2,5 часа красаве ждать и этому час. Блин, долго все это как-то, я не знаю. Так, иди сюда, возвращайся. Так, ты подымайся. И сейчас мы что-нибудь замутим. Так, давайте проверим своих бойцов. Так, где он? Это Дмитрий у нас, по-моему, если не ошибаюсь. Да, Дмитрий, что у тебя здесь? Ты у меня рога, да? Ну ладно, пускай ты таким и останешься. Топорик. Топорик, конечно, посильнее будет. Может быть, взять тебе топор, а? Давай-ка, наверное, оденем. Будешь у меня с топориком ходить. Хотя костюмчик совсем не подходит под топор. Ты у меня все-таки как бы рога был. Ну да ладно. Фиг-то с ним. Так, что тут еще можно тебе напялить? Ничего. Так, у нас там остается Матвей. Матвей с посохом. Наверное, пускай посох этот и остается. Ну что, в принципе, и, наверное, все. Можно отправляться на карту. А точнее, блин, ничего не доступно, только лишь жаркий пепел. Ну, вообще красота. Ладно, ребята, у нас как бы и выбора-то особого нету. Только лишь идти сюда.
хотя я прекрасно понимаю, что это полная задница. Давайте на всякий случай оденем посох воскрешения, хотя он очень слабый. Вот мне бы новенький какой-нибудь, ну, по мощам, по силе, но чтобы тоже воскрешал. А то как-то, ну, несерьезный урон, только лишь из-за того, что он воскрешает, он уже не актуален, по идее. Да. Так, ладно. Ты у меня сколько звезд ты имеешь, братишка? Стоишь там на коленях, умоляешь. Иди вот сюда. Нет, вот сюда. А мы поставим вот этого четырехзвездочного сюда. Так-то оно будет лучше. Я думаю, что от этого должен быть какой-то толк. 4 звезды и 3 звезды. По итогам подсчетов должен родиться ребенок четырехзвездочный, как минимум. Про 5 звезды я вообще молчу. Ну что же, давайте попробуем вот этим своим отрядиком заколупать опять этого босса. Как он меня, если честно говоря, достал уже. Ну, как обычно, он идет на моих лучников и магов, да? Ё-моё, ну вот как его тут убивать, а? Ну как, каким макаром? Вот смотри, что он творит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, просто на... Блин, неужели я такой слабенький? Да, конечно, оружие древнее какое-то, я не знаю. Ничего нового не получаю. Нападений орчьих нету. Нету никакого дропа. Крафтить, сами видели, бесполезно. Какая-то ерунда сделалась, которая вообще мне не нужна. Ну, чем же нам тогда заняться? А, ребята, что скажете? Ну, эти у меня в отхиле и по ходу дела. Ну, в принципе, можно их отправить сейчас. Подождите, только у меня краса там захилится полностью. Так, куда ты побежал у меня? Разогнался, а? Я тебя еще не отпускал. А вот ты иди и тренируйся. Столовка. Хрен там что с ней. Здесь 200 тысяч надо. Так, а здесь? Здесь я почему-то ничего не могу сделать. Интересно. Здесь тоже. Давайте немножко расчистим себе место. Уже напоследок. Потом все равно нам понадобится оно. Так что 5 минут, я думаю, мы сможем выкрасть времени для расчистки территории. Ну что, пора тебя отправить на подхил. Давай-ка, лучник, иди хиляйся у нас. Так, а этот-то у меня куда там разогнался? Куда они у меня все побежали, блин? Лучник, ты куда у меня побежал? Я чуть не врублюсь. Ага, в тренировку. Нет, он не в тренировку, он у меня в тронный зал пошел. Ладно, пускай идет. Колодец маны, колодец маны. Я могу еще один колодец маны купить. Я могу купить еще одну столовку, казну. Ну, а до сарая мне не хватает. 270 тысяч нужно. А сарай-то пригодится мне. Тренировка класса казначей, 60 тысяч. Я думаю, надо покупать, ребята. Надо покупать, и пускай у нас будут развиваться казначеи. То бишь, мы будем обучать казначеев. Да? Да, давайте, наверное, вот куда-нибудь сюда поставим. Все, пускай он строится. 3 часа. В принципе, нормально. Этого вполне достаточно. У нас много еще времени. Так, ты возвращайся наверх. Так, я не знаю. Мне надо будет как-то выходить и кого-то оставлять. Так, тут 2 часа, тут 25 минут. Хорошо, так и быть. Придется мне, наверное, ребята, поменять. Вот так мы сделаем. А ты возвращайся сюда. Потому что уходить... Так, вот почему нету никаких действий? Что за бред? Ничего не происходит. Вообще ничего. Ни нападений, ни какого-то там, я не знаю, хаоса. Только один босс остался, и все. Которого я никак не могу завалить, а? Так, ну что, 3 часа и час. Ладно, ребят, давайте чуть-чуть попозже, наверное, с вами увидимся. Всем привет, проходим Хасл Касл. Так, смотрите, маг у меня получил уровень 25-й, это уже хорошо. Так, сколько тебе? Тебе остался еще час. Час остался красе. Дмитрий, здорово, Дмитрий. Ёлки-палки, а почему тебе всего 3 звезды, а? Дима, ты меня подводишь. Я рассчитывал на тебя как минимум 4 звезды, но не 3. Ну, что есть, то есть. Ладно, в крайнем случае мы можем его выгнать, если он нам не понадобится. Так, что тут у нас? Это мы все собираем. О, вот это уже другой разговор. Появились у нас враги.
хоть что-то новенькое есть. Но такие враги, что, наверное, мама, не горюй, как говорится, дай только прикурить. Так, ну давайте мы разведаем этих ребят. Сейчас только поставим лечебный луч. И, наверное, метеорит. А, фаербол, точнее, какой, блин, метеорит. Так, все, больше я не могу ничего делать. И давайте разведывать. Так, Чети, что у тебя, Чети, 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 двое. Так, давайте-ка посмотрим, 27 уровня. Так, магическая броня, значит он, так, а топорик так себе, хиленький. Ну, а бронька ничего, очень даже ничего. Блин, я такую же хочу себе, почему у меня нет такой брони, ребята? Так, арбалетик, 301 урон в секунду, и крит плюс 77. Вот гаденыш, а, знает же, куда все ставить. Везет ему, везет. Блин, почему у меня таких нет? Ни орудий, ни арбалетов. Уровень вроде одинаковый. Не знаю, где они это все берут. Ну что ж, ребята, давайте тогда на этой ноте я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо большое за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующей серии. А на этом все, ребятушки. Всем пока, удачи, не болейте. И до скорых встреч. To the top of nigga, you can't stop bounce.